Польше цены на потребительские товары и услуги бьют рекорды. В апреле уровень инфляции вырос на 4%. Это самый высокий уровень с марта прошлого года. Инфляция, скорее всего, в мае продолжит расти, считает экономист банка ПКО Адам Антоняк. По его словам, апрельский уровень инфляции не только превзошел ожидания рынка, но и впервые с марта прошлого года превысил 4%. По его мнению, это заслуга более высоких цен на топливо, которое подорожало на 28%.